Детский образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» отметил 20-летний юбилей. Ансамбль был создан в 1994 году для изучения и сохранения вятского наследия. Его бессменным руководителем является Ольга Казакова. На праздничном концерте в школе искусств «Фольклорная» побывала Анастасия Войнович. Настоящий праздник народной музыки. Поздравить «Сударушку» с юбилеем приехали ведущие фольклорные коллективы Кирова. Одними из первых руководителей и участников «Сударушки» поздравили заслуженные работники культуры Российской Федерации Ирина и Владимир Холманских с коллективом «Слобода», в котором выступает и Ольга Казакова. Трудно посчитать, сколько людей за 20 лет существования «Сударушки» смогли приобщиться к фольклору, понять и полюбить народную песню. Название «Сударушка» появилось, потому что вначале в коллективе были только барышни. Выпускники не забывают народную песню, а некоторые даже связали с ней свою судьбу. Плясовые, хороводные, посиделочные песни. Сейчас «Сударушка» — это младшая и старшая фольклорные группы. Обе активно принимают участие в различных концертах, фестивалях и конкурсах. И, надо сказать, успешно. Конечно же, все благодаря нашим детям. Они у нас очень талантливые, интересные. Это, конечно же, еще подспорье родителей, которые контролируют учебу наших детей. Ну и на уроках мы занимаемся, конечно же, творчеством и стараемся чаще и больше выступать. В ближайших творческих планах «Сударушки» новые поездки и участие в конкурсах, причем не только в Кировской области, но и за ее пределами. Анастасия Войнолович, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.